девочка хочет уверенно. Так я еще раз говорю, каждой твари по паре. То есть ей не подходит, другой подойдет. Вот и все. Ален, у тебя мужика практически отобрали только что. Давайте мы не будем этот тюр превращать во что-то серьезное, потому что Симона — это просто набор каких-то непонятных реакций, высказываний, переобуваний. Не знаю, мне сейчас было все понятно, то, что она говорит. Что абсолютно понятно? Все понятно было. Ей, по-моему... Это ее мнение, Влад. Это ее мнение. Сейчас мы с тобой еще разберемся. Та женщина разговаривает про твоего бубика, поэтому давай мы сейчас... Ну, во-первых, начнем с того, что она Никиту называет тряпкой, говорит, что его используют. Я говорю, так, а зачем тебе такой? А мне нравятся тряпки. Во-вторых, сама она тряпка, потому что как, кроме пожрать, она ничего не может. А Никита а с Никитой кушает. А? Вы с Никитой вместе? Да. Мы живем в комнате, мы пара, у нас полноценные отношения. А почему пара там уходит, после полноценности уходит в мужскую спальню? Никита не хотел спать, потом он в 6 утра понял, что мне скоро вставать, не хотел меня будить, поскольку я